Всем еще раз привет. Ну, я сегодня опять на пляже Взморья. Иду сейчас к Марине Гераму. Иду не просто попить кофе и выпросить колбасы, нет. Там можно говорить на шашлык. Сегодня нам, Кристин и мне, вот пришла так, по такой открыточке из Москвы. От наших товарищей, подписчиков, Зои и Жилье, которые отдыхали здесь сравнительно недавно. Мы с ними встречались, общались. Ну, они уже в Москве, а мы по-прежнему в Лазаревской. Вот я получил сегодня письмо, конечно же. Я получил две открытки. Одна была адресована мне, а другая была вот Марине Гераме. Что-то там Педрос какой-то тусит. Ох, раньше бы в советские времена там какие-нибудь его подстригли бы, конечно. А сейчас нет, сейчас так модно. Итак, идем в гости. Идем в гости. Нежданно, негаданно, они нас не ждут. Играет музыка. Марине меня даже не замечает. Герам тоже. Что, не ждали, да? А я приперся. Вам. О, спасибо. Открытка. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Вот, передал. Зафиксировал, запротоколировал. Спасибо большое. Там вам написано, адресовано, почитайте, что же вы. Прямо прочитали. Ну, прочитал. Вы что, по-русски не можете читать? Марине и Герам, привет из Москвы, желаем успехов в работе и личного, а и отличного настроения. Я уже нифига не вижу, если ты мне говори. Я не вижу, я старенький уже. Вот когда у тебя будут внучки уже 5 лет, тогда уже будешь мне говорить. А Жилье и Зои, август 2020 года. Большое спасибо. Вот вам, повесьте в рамочку. Спасибо большое. На память. У меня тоже такая есть. Да. В общем, я отчитался. Спасибо. Миссия выполнена мною. А теперь можно пойти и посмотреть, что там вокруг творится у вас. Все равно от вас колбасы не дождешься. И шашлыков тоже. Итак, вручив открытку, отправляюсь вот сюда, на Взморье. Немножечко тут пройдусь, да и поеду обратно. Не знаю, что вам показывает, хотя, может быть, смысла-то и нету, если только вот этого дядьку волосатого показать. Танцует там, стоит. Песенка у него какая сегодня незаурядная такая, непонятная. Я не понял, попугай или... Танцует. Ну, это прикольный дядька, конечно. Ладно, иду домой и обратно. Хотя песня была капиталистическая, возможно, забанят ее все. YouTube. А вот этот классик. Прикольный идея. Репетиво, товарищи это поняли правильно. Но я пошел тогда. Поеду проводить следственный эксперимент. Так вот. Тяжело ходить тут, тяжело. Подстричь надо, однозначно, пацаны, надо. Возможно, мне придется удалить все это. А то меня тут обвинили, что я никакой информации не приношу, просто хожу по пляжу. Я как хожу, как хочу, так и хожу, да. Хочу покажу, хочу нет. Вот, а то мне обидно даже аж стало так. Плакал 2 дня и 3 ночи.
Ну все, ребят, я покидаю пляж из моря. Миссию выполнил. Привет, Жульё и Зоя. Еще раз спасибо вам за открытки. А мы пойдем что-нибудь еще посмотрим. И я, кажется, знаю, что. И мы туда поедем.